Сегодня общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву исполнилось бы 99 лет. По этому случаю в Баку прошли памятные мероприятия. Утром в день рождения Ильхам Алиев вместе с семьей посетил могилу отца на аллее почетного захоронения в Баку. Сегодня в Азербайджане особенный день. В честь общенационального лидера проходят концерты, соревнования и конференции.